Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится Redmi Watch 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как настроить уведомления приходящие. Итак, выбираем уведомления и вызовы в приложении. И здесь мы можем в уведомлении приложений включить уведомления, также настроить получать только когда телефон заблокирован, включать экран и так далее. То же самое делаем с вызовами. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.